Я вот не понимаю, где... Вень, давай, заходи в гости. Звоните мне. Звоните, горячая линия. Кто следующий? Не давайте старику скучать. О, ну, наконец-то. Проснулась. Где ты была? А, Тюна? Непонятно, где ты была? Водочка присоединилась. Пусть Марка заходит. Марка, да Марка диджеет сегодня, у него там крыша уже поехала. Видел бы ты его на диджей-сете. Он там танцевал. Наверное, вспотел. Передавать привет им можно. Передавай. Хочешь, я передам? Кому передать? Парки и зоны отдыха начала смотреть. Поздравляю. Хороший сериал. Те, кто не смотрел, можете посмотреть. Смешной, тупой сериал типа офиса. Вот прям вот типа офиса. Только там про парки. Сдержанной колонки мне. Дурацкая песня. Ладно. Вообще, сам Путеван немного тяжеловатая, да, группа для нашего вечера. Давайте что-нибудь. Посоветуйте мне какую-нибудь группу, а я поставлю. Тут 10 человек тусуются, ну, мы можем выбрать песню. Кстати, мне сегодня написал Ищейку. Ищейку. Может, давайте введем запрет на современную музыку. Давайте слушать старье. Я старьевщик. Ну, сел и сел, как говорится. Битлов переслушивала сегодня. Какая песня? Ну, мне нравится одна песня Битлз, если честно. Я ее сейчас поставлю. Она называется... Как же она называется? Beatles. Сейчас посмотрим, может, она у меня в аудиотеке есть. Real Love. Нет, это не та песня, которая мне нравится. Мне нравится песня Beatles. Baby, you can drive my car. Ну, все, наверное, ее знают. Если не знаете, то сейчас я вам включу. Если найду, потому что у меня что-то с головой, с компьютером. Как пишется Beatles? Beatles, да. Car. No, car. Drive my car, live. Да что за хуйня? Ребят, контакт уже не тот. Так просто и не поставишь Beatles. The Beatles, Drive My Car. Paperback. Вот, слушайте. Это не Beatles. Так, ладно, Pabst и Ибупрофен. Интересно, вот что это? Давайте послушаем, что нам советует. Даже не могу прочитать твое имя, но выглядит страшно. Гоблерин the Mirror. Гоблер in the Mirror? Кто такой гоблер? Пабст. Пабст — это пиво такое. Если ВКонтакте нет, значит, песня хорошая. Пабст. Название, так, дальше ввожу. Ибупрофен, это же что-то от головной боли, да? Ибупрофен. Здесь что-то поп-панк. Ё-моё, целый альбом. Есть даже клип, можем посмотреть клип. Ну, давайте слушать. Слушаем, Пабст, Ибупрофен.
чувак, это очень круто пока что. Деф Леппорт. Это лоу-фай группа, я понял. Блинк 182, ну это какой-нибудь Clash. Ты тоже старьёвщица конкретная. Вам не громко, кстати, нормально? Сейчас у меня полежки догорят. На самом деле, ради чего мы здесь собрались? Чтобы я попарился. 1,5 килограмма отличного пирога. Господи, тут выстрел в ногу, и в голову, и в сердце. Обожаю эту группу. Я с ними даже как-то выступал. Когда был вообще вот такой вот. И это прям, знаете, горжусь этим. На одной сцене играл с такими монстрами рока. 1,5 килограмма отличного пирога. Что я могу сказать об этой группе? Ну, у чувака невероятно... прикольный нос. Еще у них был классный басист. Такой, типа, странный азиат. И что самое странное, что у них есть песня про то, как он, по-моему, распилит собаку. Сейчас такое бы не прошло вообще. А тогда все кайфовали. В общем, он ненавидел собаку какую-то там во дворе, которая лаяла. И пел об этом песню, говорил. У меня есть кассета Суперпанк. Суперпанк, это... А мне больше нравится Центр тяжести, как он. Ну что, ну это, в общем, стоит добавить. Спасибо за пап. Я послушаю. 2020-й? Серьезно? Блин, как будто 2015-й. Да, парни застряли в прошлом. Ну ничего, ничего, мы тоже не сильно развиваемся. И продолжаем. Маша, привет. Кто хочет со мной в эфир? Мы во втором разу слушаем эту песню. Выключаем. Центр тяжести, вершина. Ребят, мне нужна новая песня. Одну мы послушали. Гоблер, не знаю, что это значит. In the Mirror. Спасибо, хороший выбор. Ты так и не ответил, когда в Киев? А что, спрашивали? Спокойной ночи, мэн. Def Leppard, woman. Ладно. Def Leppard — это странный выбор, конечно, но... Поставим Def Leppard, чё уж. Чё уж там. Хотя бы чуть-чуть. Нет, я не против Def Leppard, конечно. Ни хрена. Сейчас только... Валь, чё за мазафака в эфире была? Это ты про чё? Про чё это? Paperback Pride Beatles. Паук, паук, ползёт, паук! Это мой любимый паук. Здоров, паук. Сейчас протру камеру. Паук? Чё-то вообще нифига не будет, да? Камера не фокусируется. Мы сейчас протрём получше. Эй! Ёба-боба. Песня полосатая. Здоров, паук! Эй, чувак! Как дела? Застыл. Ты мой кореш, да. Фидлер послушай. Да Фидлер я слушал. У меня даже футболка есть Фидлер. Да я более того тебе скажу. Я был на концерте... где играли Фидлер, но я их не слушал, потому что я забыл про то, что они выступают. Ну, типа, просто пропустил концерт. Это фестиваль был позапрошлом году. Все, он пошел тусить куда-то своим делам. Паучара сваливает.
делам. Паучара расваливает. Ну, давай. Нет, я в прямом эфире. Что происходит? Короче, народ. Случилось страшное. У меня телефон перегрелся. Телефон, блин, перегрелся. И сейчас он снова перегреется. Телефон, говорю, перегрелся. И сейчас снова перегреется, поэтому я сейчас открою окно на веранду и поставлю вас за окно, чтобы вы немного остыли вместе с вами. Ну, слава богу, все вернулись почти. Знаете, что я сделаю? Я возьму холодненький кочан капусты, который тут у меня лежит, и положу его на телефон. Точнее, телефон. У меня телефон нагрелся. Написал сос. Типа, я почти как... Хорошо, вы поняли. Вениамин, не хочешь позвонить мне и нагреть мой телефон? В прошлый раз я просто ходил в холодильник, клал свой телефон в холодильник на некоторое время. Какая-то прогулка. Да мы можем вообще прогуляться, только я в трусах. Могу даже вам продефилировать, смотрите. Вот так вот я выгляжу. Все, хватит. Обнаженки. Идемте. Но сначала я надену халатик. О, еще с капустой. С капустой, да. Застегнем халат. К сожалению... О! О! Звоночек. Ой, нам извиняется. Белоголовый. Головой. Что, холодильник поставить просто из холодильника? Я не ожидал, что будет столько публики. Видимо, люди пососались из нашего как-то
Сегодня ни к черту интернет, ни к черту. Совершенно никуда не годится. Видимо, вы... Вот, вы здесь. Вы здесь? Блин. Вы здесь? Мы вернулись. Мы вернулись. Эфир возвращен. Я был присоединен к Wi-Fi. Wi-Fi очень плохой. Я отсоединился, и все работает. Все же работает? Сам ты печаль. Работает или нет? Работает, работает. Камон. В общем, вы меня слышите? Ура! Что, наслаждаемся. Вообще, я сегодня собирался еще поужинать. Хотя я и так уже поужинал. Точнее, так я перекусывал. Я собираюсь съесть свой любимый пирог, рецепт которого могу вам рассказать. Вообще, много вечеров в этом моем интернет-притоне было посвящено кулинарии, кулинарным темам, и мы много чего разбирали, но вот никогда... Я, в общем-то, никогда не думаю, что плохо поделиться рецептом еще раз с нормальными, так сказать... ребятами, моим любимым рецептом любимого пирога. Просто я не ем сахар. Сахар – это очень плохое, в общем, дело. Объяснять почему довольно долго, но я вкратце объясню. Загуглите, типа, вред сахара, как отказаться от сахара и все такое. Найдете кучу видео на Ютубе, посмотрите, впечатляет, вдохновляет, мой опыт такой. Без сахара жить клёво. Я буду есть черный банан. Но это не совсем пирог. Адыгейский сыр, помню. Адыгейский сыр, да, мне даже рассказывали, как делать адыгейский сыр недавно, буквально вчера или позавчера. Телефон, кажется, остыл, и я все еще здесь. Мы идем обратно. На мой пост. Банный пост. Еще, кстати, несколько дней назад я был с усами. А теперь без. Как вам? В общем, секрет пирога заключается в том, что он не печется. Так что его можно сделать очень просто. Сейчас я в холодильник уберу банан, чтобы он не портился. Сразу вспомнил, как за зефиром ходили за зефиром. Ну вот, все, те времена прошли. Никаких зефиров больше. Сахар очень плохо влияет на мозг. Ты все плохо запоминаешь, настроение ухудшает. И, в общем, все, в общем, сбивает. Сахар это типа как сигареты. Если кто не знал, пожалуйста. В общем, пирог такой. Если вы, конечно, не веганы. Потому что если вы веганы, то вам не понравится такой пирог. Без усов топ. Снова 11-классник.
такой помятый немного, 11-й классник. Короче, берете тостовый хлеб. Это будет у нас тесто пирога, основа. Жарите его в тостере. Если нет тостера, а у меня тут на даче нет тостера, кладете его на сковородочку и подсушиваете с двух сторон, чтобы он хрустел. Можно обычную булку, но лучше тостовый хлеб. Печеньки и ореховую пасту. Ну, я ел ореховую пасту недавно без сахара. И, если честно, скажу, что орехи довольно жирная фигня, и мне нельзя много жирного. Я и так набрал. А печеньки я не ем. Вот. Значит, мы берем тостовый хлеб. Кстати, надо включить музыку, а то мы без музыки тут с ума сойдем. Да? Ой, компьютер сел. Намазываем сметаной этот тостовый хлеб поджаренный. Сверху сметана. 15%, чтобы было не жирно вам, чтобы тоже не заплыли. И сверху нарезаете ломтиками холодный банан или грушу. Вот. И получается грушевый или банановый пирог. Очень, очень вкусно и быстро. Это такой, типа, рецепт для тех, кто не хочет ничего готовить и хочет полакомиться пирогом и не ест сахар. И мы встречаем Лупоглазого, Рептилоида, Вениамина, Вальсона. Добрый вечер. Йо! Здравствуйте, наконец-то кто-то... Кто-то... Покажись. Что ты за... Ты в коконе? Здорово, people. Здорово, интернет. Этот парень из Ghost Hippies. Ну, правда, сейчас... Не играет в Ghost Hippies, потому что Ghost Hippies вообще-то и стали совсем призрачными. А чё... А с чаем что закусываешь? С чаями? Я ж только что рассказал рецепт офигенного пирога. Мэн, его можно есть с чаем. С чем еще? С супчиком не советую. Вень, как вот ты... Как вот ты проводишь день сегодня? Сегодня я был на даче у Кирилла и Яни. Ты уже вернулся? Я уже вернулся, знаешь почему? Нет. А я тебе сейчас расскажу. Интересно? Да. Короче, у них были несколько дней назад Дэниел с Лерой. Подожди, они заболели? У них были несколько дней назад Дэниел с Лерой. Потом они уехали, и туда приехал я. Да, и они позвонили и сказали, что Лера заболела. Ну, точнее, что у нее первый тест положительный. Ох ты, ёшкин, матрёшкин. То есть ты теперь тоже как бы в группе риска. Ну да, ну вот я приехал тест сдать. Угу. Ну как ты, переживаешь? Переживай. Я не переживаю. Стойкий народ. Ну, просто, типа, это исключает меня из активности какой-либо на 3 недели. Это отстой. Сидеть дома, конечно. И не ходить на репу, типа, это печально. Да. Вот, ну, вот, вот, вот так вот. Вот так вот мы переживаем друг за друга. Что я могу сказать, Вень? Ну, может, ты и не заболел? Может, все нормально? Да, во-первых, может, я не заболел. Во-вторых, мне кажется, даже если я заболею, то мне... Ну, как бы, мы народ крепкий. Нам похуй. Ты был в начале первого моего сегодняшнего вечернего эфира, когда я рассказывал про нью-йоркскую женщину, которая... Да. Вот. Жестко говорит. Да что жестко, вообще похуй.
Ну, главное, чтобы я не заразил рыдаков. А ты дома у родителей? Нет, я приехал в хату Кирилла Ваня, и теперь тусу здесь один. То есть ты как бы самоизолировался у них в хате? Именно. Угу. Да молодые не просто недолго болеют, они даже если у них есть симптомы, то они как бы просто... Ну, выздоравливают, как от ОРВИ обычного. Вот, ну что сказала эта врач, которая меня достаточно смутила своим сообщением сегодня, что молодые как бы вот так вот переболевают. Ну, молодые она назвала 30-40 лет, конечно, ты помоложе. Да. А потом у них типа инсульт. Инсульт или, блядь, еще что-то. Чего? 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 Вот так же это сделал. Что за херня? То есть ты переболел, и все вроде как с тобой окей, а на самом деле ты можешь типа инсульт схватить срочно. В общем, какой-то мрачняк с этим вирусом из Нью-Йорка идет. У них там вообще, говорят, много людей больных. Но она написала, что смертность большая из-за черных, потому что они толстые, у них у всех диабет и все такое. Слушай, ну это вообще нормально. Нормальный прогон. Ну, она сказала так, да. Вот. Да. Ну, короче, я больше волнуюсь за предков, но поскольку я не дома. А что, ты всегда волнуешься? Ну, да, вот я и не волнуюсь больше за них. Ну, я просто как бы не знал, что у меня есть возможность пожить у Кирилла с Аней. Я говорил, что вирус из пробирки, ну, в плане... В общем, эта девочка, которая врач в Нью-Йорке, она сказала, у них там, типа, все друзья врачи, и она сказала, что, типа, а-ля, они, как бы, все убеждены, что это нифига не мутировавший в природных условиях вирус, потому что он слишком устойчивый и очень медленно мутирует сам по себе. То есть он, как бы, какой-то вот... Типа хитро жопа выведенный, вот что никто не знает, что это. В общем, вот такая херня. Слушай, я думаю, что... Ну, гораздо интереснее, что думает Веня по этому поводу. Я думаю, что в любом случае всем суждено переболеть этой хуйней. И, ну, и все. Так что раньше или позже, как бы, вот вопрос. Ну и, конечно, единственное... Я не хочу. Я вот не хочу. Я понял, я понимаю, что ты не хочешь. Но проблема-то больше, мне кажется, в том, что, возможно, заболев один раз, можно заболеть потом еще раз. И вот это больше пугает, конечно. Какой глаз у меня? Три. Нет. Шесть, мэн. Как ты деньги считаешь, а? Вот так и считаю, мама. Вот так и считаю. Не порочь. Не порочь честь народа. Или ты специально? Конечно. Меня запутать решил. Это у тебя было. Я раскусил тебя. Ты балбес. Думаешь меня... Так, кто там к нам присоединился? Какие-то красотки в эфире. Сплошные красотки. Да. Все очень красивые аватарки. Прям сногсшибательные. Ну, блин, Вень, на самом деле... О, какая аватарка присоединилась сочная. Апельсин 741. Ё-моё. 7041. Ну, я думаю, что читается как апельсин 741 всё-таки. Слушай, клёвые очки, мэн. Это твоя фотка? Или нет? Ты можешь сейчас такой yes. Yes, мэн. О, я слышу. О, я слышу тебя.
Ну вот, видишь, составчик подтягивается. Блин, а что так громко стало? Я теперь слышу. Сделай потише. А это компрессор срабатывает, Валя, ну как ты не понимаешь? Что? Ладно, вы тут все равно ничего не делаете. И что это значит? Что значит мы... что делаете? Мы вообще-то... Я на самом деле пытаюсь понять, почему у меня в iTunes, я покажу, такая вот фишка. Почему? Вот я нажимаю для вас, когда, и он говорит, иди нахер, ничего не загружает. Вот, загрузился. Смотрим. Кстати, крутая группа. Green Day. И он такой, иди нахер. Ничего не работает. Ого. Как это так сейчас было? Вы видели? Иди. Почему такая стрелочка большая стала? Вы это видели? Я не приближал. Потому что ты ее трясешь, Валь. Атипика не зашел. Ну, мы обсуждаем сериалы. Можно посмотреть что-то на Netflix у меня? Вот, например, Netflix. Кто смотрит Netflix, ребята? Признавайся. Я книжки читаю. Да. Что читаешь? Набокова. Все еще. Тебе нужно освоить прочтение. Def Leppard, какую песню мы заказывали? Я не помню. Ребят, давайте, кто там Def Leppard? Там чувак ушел уже. Тюна, да это Тюна хотела Def Leppard, по-моему. Или она за Битлз? Нет. Какой? Хотела Def Leppard, по-моему. Или она за Битлз? Нет. Чувак с красной аватаркой. Ради всего святого, я извиняюсь, конечно, еще разок, но дело такое. Телефон перегревается почему-то у меня. Это просто от того, что я, видимо, все время держу телефон в руках, и он, наверное, все время фокусируется на движении, на какие-то. И сейчас надо придумать какие-то методики охлаждения телефона. Может быть, цветочек поставить, я не знаю, как-то охладить его. Тени поставить. Тени
зеленых, в зеленую тень. У меня телефон перегревается, как я уже говорил ранее, и это как-то совсем не круто. Я поставил его. Блин, что же мне сделать-то еще? Лед, что ли, принести? Ну ладно. Def Leppard, так Def Leppard, погнали. Слушаем. Rock of Ages. Эй, это не ты заказывал Def Leppard, парень? Золотник. Да. Тут есть кто-нибудь младше 16? Просто хочу знать. 98? Это твой год рождения? Тебе точно больше 16. Добрый вечер, золотник. А вы знаете, что в Кремниевой Доливе нету девчонок? То есть, в принципе, если так пораскинуть мозгами, надо девчонкам туда ехать. Там куча парней, и они все типа зарабатывают. Неплохой стартап открыть в Кремниевой долине побольше борделей. Чё есть? Там мало девушек. Я недавно смотрел фильм про Кремниевую долину, который вы тоже можете посмотреть. Чувак, ну, я думал об этом. Стать девчонкой и переехать в Кремниевую долину. Это, в общем-то, неплохой план. Если честно, из меня получается не такая уж и плохая азиатская проститутка. Если мне накрасить... О, я вам сейчас покажу. Смотрите. Легким движением руки я... Ну, превращаюсь. Ну. Эй! Ну, в общем, надо глаза еще накрасить. Но вообще уже и неплохо, вроде как. Взяли на работу туда. Ну ты вот знаешь, всегда что-нибудь скажешь такое, и все мечты разобьешь мои. Я не знаю, как с этим жить. Уметь надо что-то. Ребят, советуйте, пожалуйста, треки. Музыкальное сопровождение зависит только от вас. Я хочу больше ярких красок. Человек из реальности. Какой из реальности я человек? Это ж про меня? И вообще, почему никто не заказывает мои носки, я не понимаю. У кого-нибудь есть такие носки? Смотрите, какие у меня носки. Тут написано Saintология. Saint Бруклинсталогик. Смотрите, какие красивые носки. Хотите себе такие же? Ссылка в описании. Ставьте колокольчики, подписывайтесь и заказывайте.
Ну, а если серьезно, да, заказывайте носки. По почте присылаем, куда надо. Всем нужны носки. Они подходят как девчонкам, так и мальчишкам, так и трансгендерам. И это отличный подарок бабушке на день рождения. И, может быть, кто-нибудь посоветует песню, а тут Def Leppard уже достал. Rush. Хорошо, Rush. Врубаем Rush. Недавно слышал это название. Rush. Lima. Me. Классная песня, кстати. Что-то рандомно играет. Так. Lima Light. Lime Light, значит. Lighut. Lime Light. Rush. Ух ты. Это, судя по обложке, это... альбомную версию, да? Какие гиги, мэн? Забудь, это все в прошлом. Теперь гиги только онлайн. На следующей неделе собираюсь здесь концерт для тех, кто не был сегодня. Так что, если были сегодня, то на следующей неделе можете не приходить. На следующем гиге в Москве. Мэн, я правда не знаю, когда будут концерты. До сентября вряд ли что-то изменится. Тут бы как бы выжить, понимаешь? Нет, не читала. Что-то читала. Молли Мун. Понятно. Кто с нами в эфире? Наши постоянные гости? Четыре. Да, в общем-то, да. Постоянные гости. В общем, тогда можно поднять старые темы. А то я думал, что может с нами кто-то новенький. Ну вот Золотник и Миша Бегок. Давно тебя, кстати, не видать. Миш, ну что, как у вас там карантин? Рассказывай. Может, ты позвонишь все-таки, Миш? Давай, звони. У нас все классные. Никто, никого не бойся. Ты всем понравишься. Ты супер. Звони. Люди будут ценить Real Life, но не будут в ней участвовать. Но ну, слишком высокая цена этой Real Life. Могу умереть в ней. А ну нахер. Давай, звони, Миш. Чего не звонишь? Кстати, если ты позвонишь, возможно, мне опять эфир накроется. Сегодня я на веселе. Как вы заметили. Чё все свалили? И как звонить, не знаешь? Ну ты балбес. Сейчас я тебя пробую скинуть. Там где-то сверху должно быть. Блин. Сейчас попробую. Попробую тебя пригласить, но ты можешь сам там найти кнопку, по-моему, сверху. Мой эфир. Нет, нет, нет. У меня, кстати... Вот. Посмотрим. Так. Опа, на. Секунду. Секунду. Ну. Показывай. Показывай. Ой. Привет. Как люди. Открыл пивко для тебя. Ну ты. Моложе, чем я. Да не особо. Посмотри на этот цвет. Скажите, кто вы моложе? Не особенно моложе. Подождите, я за этот коронавирус уже успел постареть. Подождите, а вот так, если... Сейчас
Синяки главные. Синяки главные. У меня взгляд выдает. Дедовский взгляд. Надо вот так. Романтично. Привет. Сейчас я просто поставлю их так. Ничего не получается. Нет. Ничего. Сделаешь. Слушай, я себя очень хорошо слышу. Может, ты подпитываешь? Я могу наушники включить, наверное. Ну, просто потише. Странно, что я так. У тебя просто... Ты не слышишь сейчас. А? Звук с мобилы, да. Ну, блин. Ты просто сделай... Просто сделай потише. Твою. Или, может, мне сделать потише? Тоже. И ты завис. Только не говорите мне, что... О, вот, все. Ты слишком тихо... Ты из клипа горилла. Ну, чебурашка такая, да. Нет, ты из клипа Bumfuck MCs. Знаете, такой... О, сейчас поставим эту песню. Ду-ду-ду-дун. Bumfuck MCs, да, называется? Пишется эта херня. Ну что у вас там, как в городе? Расскажи, откуда ты, из какого города? Я живу сейчас в Граце, в Австрии. Это второй по численности город после Вены. И тут, на самом деле, карантин уже ослабевает. То есть он был достаточно жесткий на протяжении полутора месяцев. И он был введен вот моментально почти. Как только началось какое-то распространение, достаточно заметное, в Италии, ну, в целом в Европе, когда об этом начали говорить, все, сразу же все закрыли. Под все я имею в виду... Все школы, все университеты переходят моментально на удаленное образование через Zoom. 330 тысяч, 320. Да, это жуткая деревня совершенно. Зато тут все спокойно. Да, все спокойно. Ну, по-моему, по городу минимальное количество заражений. Да, есть зараженные? Есть, конечно, да, но оно совсем небольшое. То есть есть какие-то, насколько мне известно, земли, там, где, по сути, живет меньше людей, но зараженных больше. Тироль, например. Это рядом с Италией. Да, но все было закрыто, а сейчас уже открывается. Не громко я ставлю? Громковато, четко. Тебе надо дред. Как насчет дред? Как ты к дреду? Да у меня... Я привык мыть голову. А, их можно мыть? Пожалуй, не в этой жизни. Ну или... Не знаю. А знаешь, когда я... Когда увлекусь регги. Царство ему небесное. Не застал он эту всю херню. На самом деле, я все еще надеюсь, что он где-то спрятался. И вылезет такой, я живой! Ну, блин, походу нет. Походу он... Децл хороший. Короче, у Децла были дреды. Я все детство мечтал, потому что такие дреды коротенькие иметь. И вот у чувака из клипа Bumfuck MCs тоже дреды. Вы вообще смотрели клип Bumfuck MCs? Фристайла? Нет. Но этот трек им пропитаны все самые странные воспоминания о школьничестве, о раннем. Так, как тебя ВКонтакте забыл? Бегак, да, сейчас? Пришло это видео. Бегак. Что? Там немножко другое ударение, но я прощаю тебя. Бегак. Ну, сложное у тебя имя. Да там 5 букв. Слушай, я даже не смог сосчитать, если честно. Настолько все сложно было. Ну так, да, с коронавирусом все ровно. Сейчас уже открываются магазины, скоро школа откроется.
Скоро я пойду на учебу, через пару недель, а пока что можно откисать. Ребят, небольшая вставочка. Пожалуйста, все сегодня, как домашнее задание, перед сном посмотрите клип по Pump Up MC с фристайла от Химика. Раньше он был везде.